Широкий ассортимент и запах хлеба. Начинается все с полей. И здесь своя арифметика. Чтобы купить в магазине булочку за 5 рублей, аграриям нужен трактор за 60 тысяч долларов. Эта фирма выращивает пшеницу, ячмень, рапс, кукурузу и знает толк в технике. На 8 сотнях гектаров у них 8 тракторов. Много, зато можно работать по найму, помогать тем, кто не успевает обработать землю. 3 трактора брали в кредит. Помогло государство и фонд госрезерва. Мы приобрели 3 МТЗ, производство «Беларусь-82». Рассчитались в течение 5 лет. Очень удобный кредит, 6%, со срочкой платежа полгода даже нам дали. Самый удобный кредит, лучше нет в нашей республике. В 2016-м взяли в кредит еще один трактор. Покупать его сразу дорого, а вот разбить сумму на 5 лет можно. К тому же кредитная история в банке хорошая, взносы выплачивали вовремя. Хотим еще приобрести много инвентаря, не только трактора, хотим и селки новые купить, хотим опрыскатель новый купить, еще хороший. Свою работу предприятие начинало в 2010-м с 350 гектаров, сегодня уже 800. В планах расшириться еще в 2 раза, нужен новый комбайн. 3 старых свое отслужили, они 98-го года выпуска. Новый по производительности будет таким же, а вот потерь урожая станет меньше. Цена вопроса 200 тысяч евро. Снова нужны деньги. За помощью обратятся в фонд госрезерва.